Добрый день, шановні друзья! Народную любовь и признание моя сегодняшняя співрозмовниця, здобула как прекрасная акторка, А еще в ней дивовижні глаза и голос, які усі пам'ятають с дитинства. Сегодня у нас в гостях народная артистка России Валентина Талызина. С Виктюком э, вы вот ходили в театры, было. на концерты. Что вы делали с ним все эти годы учебы в ГИТИСе? Его ведь слушать можно бесконечно. Да. Его ведь можно бесконечно слушать. У него Тут пузырится и рождается все, что угодно. Поэтому вот сейчас я ему позвонила, говорю: слушай, если есть музыка в стихотворении, то как ее делать? Он говорит: сначала пьяно, потом форте, потом снова пьяно, а потом начинаешь читать. Я говорю, ты гений. Все. И я все так сделала. Я приехала в Омск и этой звукооператорши, по-моему, чуть ли ее вали не назвали. Я говорю, понимаешь, сначала пьяна, потом форты, потом пьяна. Как он сказал? И она сделала гениально. И он гений, хлопок. скажите? Я? Да, гений. Он гений. Он э, многих актрис, я был свидетелем, народных артисток Советского Союза, доводил на репетициях до слез, до истерик. Вас тоже? Конечно. Он рал на меня жутко. Ой, что он только не орал. Пескоструйщица. Комсомолка. И только Исаев Олег отходил, я плакала. И он говорил по-украински. Как же он говорил? Ну, вроде как, моя дорогая, моя милая, не плачет, я не могу сказать по-украински. А вот это он говорит, нам только дойти до людей тогда зрителям. Пескоструйщица это хорошо. Нет. Это было жуть. Я, я рыдала. Ну, э, Лия Хиджаковой, э, о которой вы вспоминали, он на репетиции сказал старая на букву П. Э, да. И он ей еще какую-то мизансцену сделал, что да. она возмутилась. После чего Комсомольская правда об этом написала. Да, и она да. сказала, мой папа не плакал, когда на фронте гибли его товарищи. Но когда он прочитал, как ты обо мне сказал, он плакал. Роман Григорьевич ей возразил, говорит, ну ты же не молодая уже, чего то но ты же еще. Ну как она у него играла гениально, боже. Выжил из нее. Это тельце вот в этих штанишках какой-то был тараканчик вообще. Это он сделал, конечно, тараканчик черненький, этот какой-то спортивный костюмчик, это маленькая головка, и она там этот голос тараканчик. Играла гениально. Я, конечно, завидовала. Я сидела, думаю, боже мой, как здорово. Сегодня вы с Виктюком э, вспоминаете прошлое, годы юности, или это закрытая тема? Вы знаете, э, ну, вот я написала книжку, я ему подарю. Потом, когда у него однажды была какая-то передача э, на культуре, вот знаете, какая-то передача, где все собираются друзья и знакомые, то он сказал, талызна, чтобы была. А я как раз заболела, простудилась страшно. Я, я, думаю, да много у него там будет, зачем я ему там нужна? Вдруг он говорит: "Ты что не приедешь?". Да. Старых. Я, я больна, я это самое. Как ты? Как, ты должен, ты же обещал. И я помню, я своим домашним сказала: "Я не могу ему отказать, я поехала". Эльдар Рязанов, у которого вы несколько раз снимались. Шесть или семь. Между mm -hmm. прочим. Немало. Да. Великий режиссер. По-моему, да. Конечно. Это правда, что когда Нина Скубина ушла из жизни, он закончился как режиссер? Ну, вот так, Дима, вы резко ставите вопрос. И так конкретно. Но факт остается фактом. А что это за женщина была? Она... Фантастическая. Фантастическая женщина. Просто, ну, я говорю так, потому что, извините, я женщин играю, это моя профессия. И я, э, когда любая женщина ко мне подходит, хорошая, плохая, молодая, старая, я все равно, ну, как-то, знаете, ну, я на них нацелена, что ли, потому как это моя профессия. Я их, я их играю. Это, это моя профессия, ну, что я могу поделать. Она была, она, конечно, его безумно любила, во-первых, это раз. Потом она терпела это 11 лет, когда она не была женой. Потом она... А кто был? А была первая жена? Понятно. Да. И потом она... И она подсказывала так мягко, тихо, абсолютно. И вот эти вот... вот Красивые. Да? да. Да. Она худенькая была. Негромкий голос. Женственная была Невозможно. Очень деликатная очень деликатно. Это правда, что когда вы появились в театре Моссовета впервые, Фаина Раневская воскликнула, ух, какая она некрасивая. Да, было. Обиделись? А, я, она не при мне, это мне передали. Она такая некрасивая. А вы сами себя считали красивой? Знаете, и вот Ирина Сергеевна Несимовульс сказала лучше всех. Она сказала, лизы, когда хочет, она красивая. Когда хочет, она некрасивая. Ваш единственный муж, подчеркиваю, да, единственный. Кстати, аптечка. Леонид да. не Непомнящий, он был художник. Он и сейчас и есть, слава богу, художник. Он вас рисовал когда-нибудь? Да, рисовал. У вас эти портреты сохранились? Кстати, да, есть портрет, который он нарисовал. Это талантливо? Ну, он нарисовал он хороший фотографии, художник, вообще. но пришел мой старый друг, его уже нету, Саша Новоженин, актер из Нового Московского театра. Такой провинциальный актер. Мы с ним дружили. Он был в реквизиторском цехе у нас в театре. Никогда у нас никакого романа не было. Мы были очень хорошие друзья. Он подошел к портрету и сказал, Валька, это не ты. Почему не сложилось с мужем? Вы знаете, потому что подошел какой-то момент, когда надо было или посвятить жизнь, чтобы его спасать? От? От. Ну, художники, они же... Какие актеры? Советские пили. Страшно. Его спасать и посвятить ему жизнь. Или идти своей дорогой. Это правда, что он считал, что вы живете с ним ради денег? Нет, это он однажды так сказал нехорошо. Все-таки? Да. А он был состоятельным? Он зарабатывал, то есть сегодня много, завтра ничего. Ну, знаете, как художники. Для меня, которая была нищая, как все нищие кругом были. Ужас. Вот эти вот вдруг какие-то гонорары были, как снег на голову. А потом их не было. Так это... Нет-нет, он так однажды выразился. И я, конечно, обиделась очень... И как-то потом подумал, может, я действительно живу с ним ради денег. Расходились тяжело, у вас все-таки дочь была? Да. Тяжело. Расходились тяжело. Скровью я просила его не уходить. Его. Но он женился на художнице, и она посвятила свою жизнь тому, ему. И он скоро перестал пить, и сейчас они живут и нормально все. Вы с ним встречаетесь все эти годы? Нет. Не хочется бередить рану или что? Да как-то он однажды на телевидении показали его, его жену, его мастерскую, Ксюшу, дочку. Потом показали ТНТВ. Потом внучку показали. А я где? и меня показали. И потом вы все допытывали, как он ко мне относится. Он сказал, да, конечно, она очень хорошая актриса, да, конечно, она большая, большой профессионал, да, да, нет, она, конечно, очень хорошая артистка, да, она родила дочку, да, наверное, ей со мной было трудно, да, да, она очень хорошая. Но все-таки она жлобиха. И когда мы пришли, наша внучка танцевала дюймовочку в 7 лет в Доме музыки. Я ему через весь зал, ну, голос, Ну, вы слава, можете, Богу, да, да, Сказала, Леня, ну, ведь это показывали ради меня, тебя, мастерскую, жену. Ну, что ж ты лепишь? Ой, старуха, да ладно. У вас романы были при нем? Это, Дима, извините, уже... Как у вас заблестели глаза? Заблестели, но это уже мы опустим, не будем разговаривать. Почему только один раз вы были замужем? А потому что потом я поняла, что я никогда никого не соединю. Себя, артистку, маму, дочку и мою профессию. Я знаю от актрис театра массовета, да. что Завадский очень вас любил и не только как артистку, но и как женщину. Ну, вы знаете, Врут. меня еще и другие любили театр. Моссовета. Но с действительно роман был с Завадским? Нет, романа не было, но любить любил. Но Леонид Марков-то любил наверняка. Так, Дима, вы идете в ту область, в которую уже Московскую Мой. область идем. Да-да-да. Романы с партнерами на съемках у вас возникали, когда вы уже были свободны? Когда вы не были замужем? Нет, Тима. Или романы, или съемки. съемки. А для вхождения как в атмосферу? Как только... Но в, я это поняла в студенчестве. Как только... На мой просмотр или прогон нашего курса приходил кто-то, которому я... У меня подкашивались ноги, я не могла вообще это самое. Все! Это был, сидел он в зале, а что я делал на сцене, неизвестно. Но был актер один, давайте скажем, вот глядя на которого вы умирали просто от любви. Дима. И не один. Кто так сказал, что знаете, у меня ведь сейчас скажу, так сказать, по национальности я русская, чисто русская. Чисто да? конкретно русская. Чисто конкретно русская. Но моя фамилия идет. Был такой в XVI веке Мирзаку Чум Талдыгытин, который... Тоже был русским. Шу... Нет, который был не русским. Который, когда, кажется, когда Иван Грозный присоединил их и всех, он быстренько принял православие и стал Иаковом Талдыгытином. Значит, моя фамилия идет оттуда. Мои бабушка и дедушка по маме, и мама родилась, приехали из Полтавской губернии, из города, из деревни Бугаевка. Ну, чисто русская. Чисто русская. Они приехали в Сибирь, родилась мама, потом родилась я. Это, значит, по маме, значит, дедушка по отцу, э, и мамина родня по маме. А по отцу мама, значит, которая вышла да. замуж за Талызина, была из сильных поляков в городе Семипалатинске, когда был восстание Костюшкин в 1876 году. И там пана Галицкого сослали в Семипалатинск. И там родилась Таня, дочка этого пана Галицкого а я чисто русский человек. Но корни, как видите, поляки, татары, ну, в общем, темперамент. Вы мне, извините, напоминаете нашего бывшего мэра Леонида Черновецкого, который сказал мне, папа у меня еврей, мама русская, а я украинец. Вот. Нет, но Виктюк сказал лучше. Виктюк сказал, когда надо, ты русская. Когда надо, ты татарка, когда надо, ты польком, когда надо, ты украинкам, когда надо, ты еврейка. Ну хорошо, но это правда, что вы были невыездной из-за связи с иностранцем? Ой, нет, не за связи. У меня связи не было. За общение с иностранцами. Да, была не выездной. С кем вы общались? С иностранцами. Ну, не связь такая, какая-то. А, да, приходили. У меня был приятель. И не выпускали после И этого? И не выпускали. Долго? Рыдала. Долго не выпускали? Ну, в общем, да. А вы это не прочли в моей книге? Нет. О, это вы напрасно не прочли в моей книге. Мы сейчас коснемся еще вашей книги. Давайте. А вы хотели, чтобы дочь стала артисткой или нет? Нет, не хотела. Вы все понимали об этой профессии? Конечно, все знали? Нет, не хотела. Почему она пошла в артистки? Она видела, наверное, такую, ну что ли... Внешнюю сторону. Праздничную сторону. Да, праздничную. Машины, цветы. Вы с ней вместе когда-нибудь играли? Да, играли. Играли в спектакль, я ее взяла, и мы ездили. Антреприза была, и она играла хорошо. И сейчас мы играем, госпожа министерша, играем. Достойна она партнер? Вы знаете, да. Да. Вы с ней разбор полета устраиваете? Да, когда она хочет. Как с дочкой или как с... Партнершей? Вот когда я говорю, тебе правду сказать или сказать, что хорошо. Она говорит, скажи правду. И тут... Говорю, вот она тебя переиграла. С дочерью сложные отношения очень. у вас? Почему? Ну вот, вот, вот тут вот и мы немножко потеряли друг друга. Это было очень тяжело. Но я не могла. Я или артистка, или... Когда она была маленькой? вы наверняка мало уделяли внимания. Ну, мама, конечно, конечно. Она сегодня вспоминает этого? Да, она теперь только она вспоминает, что... Что вы ей не додали, да? Нет, нет, что это было, ну, как говорится, иначе быть не могло. А раньше, конечно, обижалась. Характер сложный у вас вообще? У моей дочери? Нет, у вас. Нет, я покладиста. Я покладиста. А у дочери характер... Ну, она ну, красивая женщина, ну что ты возьмешь? Она, она очень красивая женщина. В отца? Или в отца, вас? конечно, в отца. Вот. Там есть еврейские крови, если процентовку не будем говорить. Вот. И она, конечно, очень красивая. А красивые женщины все немножко все-таки. От людей переходим к животным. Давайте. К животным. Сколько у вас котов живет дома? Ну, так получилось, что четыре. Коты или кошки? Нет, один пацанчик, кот так. и три кошки. Ну и каково с Вы знаете, котами. они разговаривают. Вот сейчас по я... По-русски? Нет, они разговаривают по-своему, но они уверены, что я понимаю их. И я должна их понимать. Они говорят. И вы сами ими занимаетесь? А, ну нет, не сама. Вот сейчас они, слава богу, уехали на дачу. Очень тяжело в городской квартире четыре, четырех держать. Но я не могу никуда их девать. Каждый свой характер, это что-то невозможное. Вы одно время, я знаю, уходили из театра Моссовета. Нет, я не уходила. Я ушла со спектакля. Почему? А, ну, вы знаете эту историю? Я немножко о ней знаю. Да. Я даже знаю из-за кого. Да. Ну как-то вот так вот я... Как-то я так подумала, что Валь, ну надо же как-то это пресечь. Ну то есть э, в спектакль, в котором вы играли, что это за спектакль был? Это по мораль Панидурского. О, ну классика. Шикарный, потрясающий. В этот спектакль ввели очень популярную актрису. Нет, она репетировала с самого начала. Так. Да. Она очень популярная актриса, известная да. по кино. Да. Зовут ее Ольга Кабо. Ну не будем вспоминать. Назовем ее Ольга Кабо. Да, назовем ее Ольгой Кабо. Что случилось? Ну, понимаете, спектакль стал набирать силу, вот спектакль был взят э, ради меня для меня mm -hmm. Павловичем Холмским. мы очень тяжело репетировали потому что спектакль немножко архаический мы там его чистили собирали потом и вырулили на комедию вырулили вот и Павлович очень хороший придумал ход вот и спектакль вот, знаете, вот, когда он правильно сделан спектакль, то он, когда на зрителя становится, он вдруг раз и покатился. А раз он покатился, он стал набирать обороты, и это стала комедия. И у нас, конечно, определился круг артистов, в котором хлопали безумно вообще. Хлопали всем, ну, ну что смешно было. И Она... ей хлопали? Нет. Самое главное, смешно. что нет. И естественно, наверное, артистка стала ощущать, что почему. И естественно, она стала переживать относиться к главной героине, которая, естественно, как паровоз вела этот спектакль. Что вот... Назовем ее Валентиной Талызиной. Вот. Которая вела этот спектакль, и которая понимала, что вот сейчас Леониев Евтифьев скажет фразу, от которой ⁇ ну рушился зал вообще, рушился вообще ⁇ Это самое смешное место было в спектакле. И э, главная героиня так подкладывала, чтобы сейчас это обрушилось. Понимаете? То... Э, ну, этой артистке оказалось, что вроде как главный враг ее ⁇ это главная героиня. Она от Себятина на сцене говорила да, еще, да? говорила. начала говорить от себя. Раз, два, три. Я останавливалась и, э, и начинала соображать, что ответить. Мне там Чиханков говорит, ну сказала бы это. Я следующий Я пошла жаловаться. Раз, два, три. Она успокаивалась, потом снова. А по э, по э, по действию у меня к ней было неоднозначное по образу, по роли, неоднозначное отношение. Такое хорошее, но не очень. Ну, естественно. А она стала воспринимать меня по-настоящему. А потом я стала зажиматься. Я, я стала думать, когда она мне что сморозит. И вы ушли со спектакля? Я ушла. И переживали? Очень. Очень. Это не то слово. Почему не она ушла? А в театре так сказали, что... Павлович сказал, Валя, это у вас... Как он сказал? Валя, психо...» «Валя это у вас психоз. И звездная <с болезнь. Я ему сказал, Павлович, вы же прекрасно знаете, что я никогда не болела звездной болезнью и не заболею, слава богу. Вы же это знаете. Но там еще как-то подсуетились наши женщины, вот там, за да, репертуарной конторой, директриса, и они как-то... Ну, спектакль погиб. Сколько сегодня спектаклей вы играете в Театре Один. Моссовета? Один. А полочь меня взял в следующий спектакль. Я играю «Свадьба Кричинского», О. где я играю тетку, и опять смешно. Вы много ездите сегодня? Ой, да, ну вот совсем недавно была в Иркутске. В родную Сибирь. В родную Сибирь. Заходим с Мариной Яковлевой на рынок. Ну, это что город определяет? Кладбище, музей и рынок. Да. Вот, заходим на рынок, идем там по этим самым. Подходим вот к последней женщине, которая Торгует, кстати, потом мы у нее купили ваше любимое сало. Моя шурик, моя помощница по хозяйству сказала, хорошее сало. Шурик. Шурик. Она говорит, что вы меня называете шуриком? Я говорю, Александр Федоровна, так вот мы подошли, Иркутск, рынок, спрашиваем, соседка последний говорит, уже к последней, ой, по-моему, это артистка. А последний говорит, ваше лицо что-то мне знакомо. Ну, ни меня, ни Маринку не узнает. Соседка говорит, да, по-моему, это артистка. Мы молчим. А это последний говорит, да вряд ли будет тебе, ну, Иркутск рынок, Иркутск, 6 часов лету. Потом а она говорит, да нет, это артистка. Даже сейчас вспомню ее фамилию. Это Талызина. Последний говорит, ой. У вас плохие отношения с вашей дочерью. И я говорю, да хорошие теперь уже, хорошие. Ах, так вы действительно артистка. Сибирь сильно изменилась за то время? Ну, изменилась. Да? Да, Верховск город просто. Красиво? Потрясающей красоты. Новосибирск уже просто что-то. Я знаю, что вы всю жизнь обожаете О, Омск. историю. И даже хотели историком стать. Ну, хотела, да. Вы интересуетесь историей сегодня? Конечно. Вы читаете книги по истории, вы смотрите документальные фильмы. Ну, э, ну, во всяком случае, я сейчас интересуюсь. Вот я получаю журнальчик такой наука и религия. Ух ты! М? Интересно. Да. И там вот э, история, потом религия, потом эзотерика. Вот вас куда потянуло. Да. Наука вы... называется и Вы были одно время, я помню, очень политизированный. А сейчас? Сейчас тоже. То есть вы еще ничего о политике не поняли, нет? Нет, я все поняла, но это самое. Я выписываю одну газету Московская комсомолец и задых смотрю, где э, статьи Минкина. Ну, ваша бывшая подруга Лия Хиджакова с успехом выступает на дожде. Она всегда была такая <связать> боец. Я отказалась. За демократов. <связать> а вы за кого? Я отказалась. Ну, я против подлости. <связать> То есть за демократов? Нет, против вы подлости, б... безнравственности, цинизма, показухи. И все время удивление, почему такая большая и богатая страна и такой нищий народ. Но теперь, если сказать, что Украиной правят татары, Россией правят русские и евреи. И ничего хорошего они нашим странам пока не дали. Вы написали очень хорошую, на мой взгляд, книгу мемуаров. Я читал отрывки. Спасибо Мне тебе. очень понравилось. Я вам и перед нашей встречей об этом сказал. Спасибо. Вы всю жизнь там описали свою но во всяком случае я написала... Почему-то, вы знаете, у меня было такое ощущение, что вот надо написать. У меня там в конце написана такая фраза, что если какой-нибудь девочке из Восточной Сибири захочется быть артисткой, то пусть она не боится и отправляется в Москву. Через Белоруссию. Хоть через Украину. Я помню, как вы мне рассказывали, как вы встретили в Белоруссию войну. Это Конечно. страшный рассказ был вообще. Вот. Вам война снится сегодня? Нет, не снится. Но я помню. Я совсем недавно выступала в МИДе, да вот позавчера, читала стихи военных лет. И ко мне подошел генерал и сказал: мы дети военных лет. И сказала, что пока мы живы, те, которые помним войну, должны о ней говорить. Потому что это, это действительно подвиг русского, украинского народа, еврейского, казахского, белорусского, какие годы. Мы не должны это забывать. То, что вы увидели, конечно, тогда в детстве ну, на всю жизнь, правда? Конечно, да. Вы считаете себя звездой вот сегодня, сейчас, нет, в эту минуту? Нет, нет, нет. Нет. Не считаю. Никогда. Мне как-то это было все. Нет. Был бы здесь Роман Григорьевич, он бы вам срифмовал бы. Нет, он бы тоже. Он у меня, у него были гораздо больше артистки, которые вот они звезды. А я нет. Я все два своя. А жизнь, если назад оглядываться, все-таки счастливая была? Ну, во всяком случае, я делала то, что хотела. Уже счастье? Конечно. И это удавалось? И это удавалось. Двойное счастье? Да. Вы знаете, вы так пронзительно рассказывали о стихах Тарковского, потрясающего, на мой взгляд, поэта. Да. А я хотел красиво закончить, чтобы вы почитали своим волшебным голосом стихи. Я хочу вам предложить прочитать какую нибудь на выбор стихотворения Тарковского. Я все стихотворение не буду читать, Сколько? но я его но я прочту первое стихотворение, которое он ей написал. Первое. В 26 шестом году. В двадцать шестом году. После, ну, наверное, не знаю какие. Нет, я я про, ну, может быть два. Вот это вот, и оно мне идет самое последнее. Мерцая желтым язычком свеча все больше оплывает. Вот так и мы с тобой живем. Душа горит, и тело тает. Погоди, погоди, ты ведь знаешь сама, это все не для нас. Петербург и зима, та высокая молодость на островах, и ночные рассказы о крепких делах заметили костры, за кострами Нева. Ой, шальная, шальная моя голова. Ой, широкие сани подшитым ковром. Бубенцы и цыганские ночи вдвоем.